потребности меняющегося мира. Уникальность – это, прежде всего, мировой опыт, который отражен в Нобелевских премиях, которые лежат в основе нашей продукции. Их 5 в области медицины и биологии, и 1 в области химии. Николай Николаевич Семенов. Это высокотехнологичное производство в общем плане. Это качество, прежде всего, продукции. Мало кто понимает, что вообще качество. Сейчас качество, оно самое главное, это качество. Все аптеки, перед всей аптеки сейчас, это парафармацевтика. Все аптеки забиты лекарственными экстрактами. Различными экстрактами. Но они все не стандартизированные. Россия не производит стандартизированных экстрактов. К счастью, санкции не касаются экстрактов растительных. То есть мы пользуемся, с одной стороны, российскими разработками, но экстрактами пользуются в основном французского производства стандартизированным, чтобы все вы знали это. Следующий. Каждый продукт должен быть, прежде всего, человек интересует две вещи. Это безопасность и эффективность. Вот все продукты компании, они эффективны. И все продукты, они направлены на определенную систему или систему органов всегда. Что тоже очень важно для знания о продукции. Чтобы было коротко и ясно сказать, что у нас есть продукции, продукты, которые направлены на все системы. Другая продукция нам, в общем-то, не нужна. Все, что нужно, у нас есть. Следующий вопрос. Таким образом, что еще важно, чтобы все понимали, что слово синергизм такое, ну, достаточно избитое, что все продукты и составляющие продуктов дополняют друг друга. Такого, в принципе, ни у кого, наверное, нет. Следующий. Важно, что все продукты компании «Центр регионального эволюции» являются адаптогеном. Вообще, теорию адаптации придумал Ганс Лье. Придумал, открыл, доказал в 30-е годы. Что вообще суть вообще болезни и человека – это адаптация.